В Одинцовском филиале Мострансавто состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Ключевой вопрос встречи – подведение итогов работы за первое полугодие. Так, число ДТП по вине водителей автобусов снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы предприятия. Это стало возможным благодаря совместной работе с ГИБДД Московской области и последовательного внедрения программы, направленной на снижение аварийности с участием транспорта, отмечается в сообщении. Для профилактики аварийности с участием общественного транспорта в Мострансавто усилены контроль за режимом труда и отдыха водителей, техническая проверка транспортных средств перед выходом на линию, проведение предрейсовых медицинских осмотров.